Картина, которую мало кто видел, потому что происходит сие действие рано утром, пока в парке почти нет людей. Идет уборка биотуалетов. Она производится как бы в два этапа. Первый этап у нас идет откачивание туалетов, машина идет АСМ. Бочка, которая откачивает жидкость, наполненной нижней чаши туалетом. Вот. Она проезжает, откачивает, потом проезжает машина, вот КАМАЗ-ПМ, поливомоечная машина. Она уже санитарно ее убирает, ну, моет полностью, очищает ее от грязи и доливается антисептик, чтобы они как бы не пахли. В Центральном парке культуры и отдыха 5 кабинок. 4 у танцплощадки, 1 у входа с улицы Братиславской. Очищают их 2 раза в неделю, в жару 3, чтобы запах не распространялся. И речь идет не только о вот этих 5 биотуалетах, по городу их гораздо больше. У нас стоят в парках, на площадь Ленина, Наташин, городские ряды, парк Гагарина, ярмарки. То есть их где-то по городу примерно около 40, ну, может, 41-42 штуки. И они регулярно убираются. Располагают их преимущественно в парках, где большая проходимость ставят от 4 кабинок, где малая – 1-2. Устанавливают и в местах массового скопления людей. Убирают по такому же графику. А это уже туалеты другого типа, стационарные. В городе их 3 – в Центральном парке культуры и отдыха, в сквере на Новослободской и в парке имени Скобелева. Стационарные туалеты убирают ежедневно, да и работают они круглогодично, в отличие от тех же био. Правда, стационарные на ночь закрывают. Причина простая – хулиганы. Разрисовывают стены, ломают краны. В ночь перед съемками и вовсе сорвали LED-ленту. Вымещать свой бунтарский дух на туалетах – идея, конечно, тривиальная. Но за это можно и административное наказание получить. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».